Предлагаю вам связать носочек с ледочек. У нас это уже номер 20. Целый юбилей. Как много! И все разные? Конечно! И все их можно посмотреть на нашем канале. Начинаем с того, что строим выкройку-схему. Для этого измеряем длину следа и ширину ступни. Длина 22, ширина 20 сантиметров. Делаем расчет по петельной пробе. Получается, что надо набрать 50 петель и провязать 80 рядов. И это все. Вот такая выкройка. Не может быть, а где пятка и сложные линии? А в этом носочке их просто нет. Начинаем вязать с открытых петель. Делим петли на 6 частей. Две средние части и крайние части переносим на переднюю игольницу. Ставим все иглы основной игольницы в рабочее положение. И провязываем 40 рядов. Это как раз половина длины следа. Вторую половину провязываем полосками, цветными и яркими, по 4 ряда. Дойдя до 76 ряда, а мы помним, всего надо 80 рядов, выполняем убавку средних петель на основной игольнице. Убавляем, пока не закончатся одиночные петли. Переносим все петли на заднюю игольницу и провязываем ряд. Теперь просто убираем петли через одну, провязываем ряд и снимаем полотно, продевая рабочую нить через оставшиеся петли. Вот так носочек. А кстати, где же он? Это просто прямая тряпочка? Пока да, но пара соединений и все будет готово. Складываем основание пополам и соединяем. Можно иглой, можно на машине. Пятка готова. А носок? А носок просто стягиваем и зашиваем до начала вязания полосок. Остается только заправить хвостики пряжи. Это самый простой носок? Да. И самый быстрый, и очень удобный.